Наконец-то прилетели в Лондон, и теперь я буду искать свой термин. Спрашиваю людей, куда мне нужно пойти, где мой терминал и так далее. И они спокойно отвечают, они такие добрые и очень вежливые. I guess this is the place where I have to go, flight connections terminal, so I think it's right. Вообще, я голодный. I wanna eat. Wi-Fi все еще не работает, я все еще пытаюсь найти место, но решил зайти в магазин, чтобы купить покушать. Я взял какой-то сок. Не знаю, стоил 2,5 фунтов, насколько я знаю, и какой-то еще сэндвич. Все это вместе вышло примерно 7,5 фунтов стерлингов. Я сидел около 40 минут, наверное, и наконец-то дождался время. Через 3 минуты покажут мой гейт. Мой гейт 2:20, поэтому сейчас идем туда. Я не сразу сидел, мне нужно было проверить мою визу. Они это сделали, меня включили вместе с бизнес-классом, был вторая часть. Прикольно. Awesome. Ой, уже темно. Дали молочный шоколад, он очень вкусный, видимо австрийский, но реально это просто бомба. И тут написано всем спасибо, привет. Вот мои все вещи, сижу тут вот какой-то магазинчик, который все еще закрыт. Сейчас я провожу прямой эфир, чтобы не уснуть. И тут сейчас где-то так сколько? 27 человек, уже 28. Всем привет! Также я знаю. Сейчас все светские говорят на немецком. Сейчас я послушаю. Woher kommen Sie? Ich habe Urlaub gemacht in Hurghada. Von
Я только что зашел в магазин и купил смузи. Оно стоило всего лишь 1 евро. И сейчас моя соседка, немецкая бабушка, она тоже пошла в магазин, и я слежу за ее вещами. Ребята, моя соседка дала мне даже банан. Она такая милая. Dankeschön. Идем пешком до нашего общежития. Тут всего лишь 15 минут. И, кстати, смотрите, тут люди пользуются великами очень много. Молодцы. Спорт это жизнь. Здорово, ура. Ребята, я уже в своей комнате, смотрите. И на этом, в принципе, все. Спасибо большое за просмотр. Всем удачи, хорошего дня. Kiss you.